исцеляющую целительной энергией любви в свой дом. У меня сейчас в соседней комнате привезенные из кабинета кристаллы, таро, много всего. Там высокочастотные кристаллы. Раньше люди прям в галактике погружались благодаря им. Там очень много таких других рас, цивилизаций, там много всего интересного. Но вот те энергии не такие живые, там все надо очищать, перенастраивать на себя. Но я словила себя на том, насколько вот в этом простом месте, где все сохнет, и я сплю, насколько здесь больше жизни. Это при том, что я безумно устаю, прохожу свои трансформации. Это один из очень сложных периодов в моей жизни личной. Но вот эти цветы каждый день там по чуть-чуть приходят, досушиваются. Тут, наверное, пучков 40 сейчас висит, сохнет. И я под каждый пишу про колокольчики. Сегодня статью писала и про их магические, эзотерические всевозможные свойства. А потом сяду писать послания цветов. В потоке то, что будет идти, то как я буду считывать потоки. Но вот здесь столько жизни. Вроде бы цветы уже... Я в основном собираю то, что детки оторвали. Это, кстати, форзиция желтая. То, что дети порвали. Мне очень сложно рвать цветы. Сейчас мы как-то с ними договорились, с потоками. Часть из них идет осознанно в свечи. Мы договариваемся. Но, боже, сколько здесь жизни. Она меня держит. Вот эти вот сохнущие цветы, эти ароматы, лощина пахнущая. Аромамасла здесь, три коробки с аромамаслами, коллекция пополняется. И это просто держит меня на плаву, и я продолжаю жить. Вот сейчас липу собрала, немножко зацветает липа. Дети пообдирали, и я там хожу, все это собираю. Вообще, проходишь по поселку, столько всего брошено, у меня руки заняты, все это пособирать, и негде сушить. Все обдирается и валяется на земле. Или ветром сбивается. Даже думала выделить хотя бы часик, пройтись и пособирать это все. Потому что у меня все время в парализованной кошечке, обучение ходьбе, лечению. В общем, такой стресс на стрессе. Но я не думала, что меня так будут держать цветы и травы. Меня так душа раньше держала. Для себя поняла, насколько это мощные энергии, потоки, и как можно жить и продолжать жить, и идти дальше благодаря этим потокам. Будли еще, кстати, очень ароматная. Тут попались все очень ароматные цветы, поэтому здесь сейчас рай.